Посмотрите, как организовано общение с прессой у алжирцев. Вот прямо на бровке тренировочного поля. Ну, тут охрана, конечно. Установлены заборчики. То есть так называемая миг-зона. Вот здесь сектор для пишущей прессы. Сюда вот как часы перед тренировкой вывели 5 игроков. Вот они так стоят в линию и со всеми общаются. Тут пишущие. Тут тоже. Никто не отказывается, что интересно. Тут загончик для телевизионщиков. Что интересно, алжирская пресса здесь побольше, чем российская. Очень много их приехало сюда на мундиаль. Ну а сейчас будет открытая тренировка.